Nossa, ia dormir mais. Сейчас я поищу ему пару, сейчас я поставлю готовиться. Поеду с Натальей Кандином, все заходим. Надо еще найти кассету, на которой можно переписать. Ну а как можно отослать что-нибудь, а? А, мам? А, мам, например, кассету на передачу, как можно? Как там адрес? Не, ну по адресу как можно? Подписываешь конверт. Конверт? Да. А это как? Как? Бандеролька прямо, конверт такой большой, плотный. Тебе упаковывают на почте, ставят штемпель. А дорого надо, чтобы не делать, отправить? Ну, не знаю. Если ценные бандероли, так называются, то близко и близко. Это не очень много. Так... Сегодня 31 число, и мы поздравляем Аленку с ее днем рождения, хоть оно еще и не произошло, и произойдет только в 11 часов. А вот ага. Катя и потом. Я боюсь, смотрите, что мне тоже Олег. Максим прорвало. Да, вот так. Мне вот это. Нужно сказать, как же гадость. Вот это уже. Вот так. Умный вид сделать, Максим. Кого-то я не знаю. Давай дальше. Все. И мне спрайту налить, спрайту мне налить. А мне налейте только колу. Подожди, сейчас закрыть. Ой, у нас трубочка. Дай мне тоже колу. Дай мне спрайт и этой. Такие друзья народа. Слышь, мой. Давайте, хэппи, подожди, мне бы надо поближе. Я не... Давайте поем хэппи бёрдэй сейчас. На, держи. Хэппи бёрдэй ту ю. Дайте заодно. Хэппи бёрдэй ту ю. Хэппи бёрдэй диалё. Даю слово Женьке. Старшинство. Я то, что как генерал произносить не умею, но за именинницу. За что? За именинницу. Насмотрелся в фильмах. Можно я? Рыбалка. Кто что? Я... За... Давайте. А потом чокнемся. А, не спиртным нельзя чокаться. А, правда. Все приметы знают. Дальше по списку. Ну, в первую очередь я хочу поздравить оператора. Приятно. Вторую Аленку. И не Аленка, я Алена. Алена. С днем рождения. Да. Всего я хорошего. Лицо номер, меня снимать. Успехов в учебе. Охрана. И в личной жизни. И во всем таком. Особенно в личной жизни. Ну, ты мне будем надеяться. Короче, мой пресс-секретарь. Так, кто дальше? Я. Не чокаемся? Да, не чокаемся. Спиртным не чокаемся. Не спиртным не чокаемся. О, а давайте тогда спиртным не чокаемся. Да. Кто тоже чокается? Да. Хочу поздравить всех, в том числе, в главную, в первую очередь, Алену с ее... Нет. Братом. Сначала... Брат, это что? Алёна, потом сначала именинницу, потом маму, потом папу, потом брата, потом соседа, бабушку, а потом всех остальных, потом соседа, по очереди. Соседа причем первого. Вот, с днем рождения, с Новым
Покажи знак. Еще такой. О, какой знак! Ой, Женя, хорошо, следующий праздник. Вы не будете это? Сегодня я тебя поздравляю. Сегодня тебе наконец исполнилось 12 лет. Скоро уже юность проходит. Скоро уже начинается взрослая жизнь. Скоро уже будешь с мальчиками ходить на дурацкие дискотеки. Чего я тебе очень не желаю. Ну, скоро. Желаю тебе наконец поумнеть, избавиться от толстощеки, и чтобы у тебя лицо было пропорционально телу, а не наоборот. Желаю тебе всего самого наилучшего. Не обязательно успеху в учебе, потому что тебе это не обязательно. Ты так умеешь. Но все же может пригодиться. Алёш, ты вот очень странный или провокаж? Провокаж. Походу 12 лет дал. До тысячи? Извините, еще можно два тоста произносить? Хоть 10. Давай. Секундочку, вот так. За. За минуту торжества, которое иногда бывает, которое местами, временами бывает истеричное, но... Поздравляю. Женя, ну ты долго думал, Жень? Женя хорошо знаки. Тебе Илья пример подал, да? Женя хорошо знаки мне показал.